Здравствуйте! Здравствуйте все! Как говорил один наш знакомый, здравствуйте люди, здравствуйте не люди. Мы тут решили немного костер развести и сделать шашлык, а во время того, как у нас прогорают дрова, решили пометать ножи. В этот славный стенд предоставлен дважды отцом Дмитрием, и будем менять дистанции 3, 5, 7, 9 и 11 метров. Давайте попробуем, что получится. Сначала с 3 метров. Теперь отойдем на 5. Вот с перекрутом как пришел. Теперь на 7. На 9. Ну, теперь на 11 отойдем. Еще раз с 11. Сначала с 3 метров. Группа маньяков. Еще раз подожди. Это было 5 метров. А то вот эти ваши метания игрушечных вот этих ножичков. Это не серьезно. Настоящий фишник. Настоящие пацаны. Как жарить так? Метают. Серьезные оружия. Йо! Саня, ты камеру зачем закрываешь? Мы же снимаем. Блин, она мне это. Отойди в сторонку. Ну что? Я сразу воткнул. Отлично. Топорик, да. А почему нет? Ну я ни разу даже не пробовал. Я тоже. А снизу уже метает. Попал, но низковато. Не туда, да? Группа маньяк. Еще раз, подожди. Это пятерка была. Это было 5 метров. А то вот эти ваши метания игрушечных вот этих ножичков. Это не серьезно. Настоящий виджинг. Ближе, сейчас. Вот отсюда ты метал. Пол шашка не хватило, наверное. Так еще раз. Настоящие пацаны. Метают. Серьезные оружия. Йо! Ну, нож тебе помог, да? Саня, ты камеру зачем закрываешь? Мы снимаем. Отойди в сторону. Ну что? Я сразу воткнул. Ну, вот мы отметали немножко, то есть кое-какой ролик нарезали. Ножи слушаются, стенд приходит, приходят все. Пробуйте, пытайтесь, учитесь на ошибках, а свои ошибки мы покажем.